Поиграли в пятнашки. Касание руки. Сейчас начинаете работать на месте. Посмотри. Работайте на месте, стал стоять. Все. Сейчас без ног. Какой рукой я тебя коснулся? Той же рукой ты меня коснулся. Какой рукой я тебя коснулся? Не убегай, расслабься. Вот. Правый. Нет, я тебе правой, левую коснулся. Какой рукой я тебе коснулся, той же рукой ты мне ту же руку оставишь. Для этого надо расслабиться полностью, не предугадывать. Ясно? На месте. Да, я могу обмануть. Там, давай быстрее. Поздно. Поехали. Время, быстрее. Все, и сейчас. Это раз сюда же, посмотрите. Работа. Все, и теперь уже спина. Боевая стойка, все. Вот он сзади. Я у него сзади, все, боевая стойка. Давайте, раунд бьем. У вас 4 смены, вы меняетесь друг с другом. Он задает направление, я сзади, я повторяю его. Например, я вот, да, спиной работаю, да, все, я вот двигаюсь. Вот сейчас шаговое движение. Бам, туда хожу, ищу, все. Кулаки сжаты. Его касание моего плеча. Так, остановитесь на скакалке, пожалуйста. Халид, остановитесь по минуту, пожалуйста. Посмотрите, он касание моего плеча, правого либо левого, что это значит? Это значит, что с этой руки я начинаю атакующее действие. Ты работаешь, ну все, коснусь, оп. Танц, могу просто ударить, да? Могу, оп, комбинацию, могу качнуть, что-то сделать. Все шаговое движение, понятно? То есть с этой руки вы бьете. А это может быть просто один удар. Это может быть уклон и удар. Ясно? Это может быть подскок, удар назад. Все что угодно это может быть. Понятно? Поехали. То левый, то правого плеча. Время. Ходим. Двигайся. Пошли, оп, одноименочка. Та. Оп, защита, удар, защита. Не предугадывать. Сжать кулак, ходи, двигайся. Ходи, Паша, что ты встал? Двигайся, Паша, не смотри в пол. Ходи, пошел, вперед, влево, вправо. Боксируйте, ведите бой, все, ты ведешь бой. Двигайся, ходи, что ты встал? Боксируй, боком, ноги, параллельно, опять ноги вот так поставил. Ведите бой, не просто, не надо ждать этого касания. Вы боксируете, вы готовите ситуацию. Ты бой ведешь, и вот момент, который касание, не предугадывайте. Оп, один, два, оп, комбинацию можно целую сделать. За ним успевай, работай с ним. Как он двигается, так и ты должен двигаться. Поменялись. Быстрее. Вы ведете бой. Просто ударные движения будете наносить, когда будет касание. Сожми кулаки, просто кидай руки. Походи. Танц кину. Походи. Вот одноименно, походи, не прыгай. Вот он тебя коснулся, бам, просто ударь. Но этой же ногой. Не торопись. Кулаки жать, вот, оп, ставь кулачок, вот. Ты за ним, ты двигаешься, ходи, не было челнока. Ходи на передней части стопы. Ведешь бой, подними голову, пожалуйста, не смотри в пол. Смотришь в пол, руки опускаются, сам опускаешься. Ходи, двигайся, не стой на месте. Ну, одноименочка, пошла, что ты стоишь на месте? Ты ходишь, при чем здесь он? Пошла, давай. Ходи, влево, вправо, ходи.
Кулаки ставь. Да, естественно, не только один удар. Просто с этой руки начать комбинацию можно. Я разве об этом не говорил? А? Ну, можно было не только левый бить, но и правый. Правый, оп, и комбинацию просто с этой руки начинать. Очень хорошо. Фу. Все, поехали, подпрыгиваем. Раз, раз. Все понятно? Приготовились. Подпрыгиваем, подпрыгиваем, руки висят. Раз. Раз, раз. Раз, два, три. Одиночный, двойка, тройка. Раз. Сжать кулак. Подними голову. Не смотри в пол. Вот подними голову, это не значит, что ты ее задрать должен. Это значит, что шею не опускай. Подбородок опущен. Ты смотришь вниз, ты опускаешь, глазки опускаются, шея опускается, все, твои руки здесь. Раз. Двигайся, оп, сюда, оп, здесь, оп, поехали, подскоки, пам-пам, раз. Оп, закручивание через ручку пробили. Два. Выкидывай кулаки. Та-тан. Взрыв. Раз. Раз, раз. Раз, два. Три, два, раз. Раз. Раз, два. Раз, раз, два. Время. Вдох, вдох. Давайте вот именно вот такой темп ритм, чтобы, ну так, за отработочку, чтобы все-таки какое-то было уже понимание, какой удар вы будете носить, и темп ритм сохранится. Заправляйте майку. Майка только у меня не заправлена. Посмотрите на меня. Третье движение. Раз, два, раз. Раз, два, раз. То есть то у меня на левую ногу, все на шаг левой ноги. То есть на выход левой ноги. Здесь шагнул. Здесь подшагнул. Раз, два, раз. Раз, два. Опа, опять. Раз, два. То есть начинаете просто считать на раз, два, раз с левой ноги. И тогда у вас получается, что выход на удар. То есть у вас два. Раз, два, раз. Раз, два, раз. Раз, два, раз. Я вернулся. Раз, два, раз. Понятно, да? Второй номер. Что мы в понедельник отрабатывали? Нарабатывали. Встречные удары были? Под руку были? А через руку? Да ладно. Это меня в понедельник, что ли, не было? Поэтому ты поехал. Раз, два, раз, одиночный. Так, и хочу вот эту ладошку. Не надо сейчас. Вот хочу, чтобы ладошку. Тогда у вас априори будет рука переворачиваться. Все, вы будете вот здесь. Ясно? Не пальцы, а вот так, чтобы ладонь поставить. Поехал. Давай, побыстрее немного, и ты стоишь на месте. Тебе не надо меня доставать. Это я хочу подойду, хочу не подойду. Поехал, быстрее. Не надо в меня идти. Там, давай, 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 на одноименочка пошла. Бам, качнул. Бам, ударил. Оп, сюда ударил. Здесь ударил. Там, та-там, пожалуйста. Там, оп, опять сюда ушел. Варианты во встречу и контратака, ясно? Встреча под руку, все хорошо. Там, та-та-там могу, оп, там. То есть есть политика партии, которую я вам сейчас вот задание дал, да? Первый номер что? Раз, раз, два, раз. Второй номер. Либо встречный удар под руку, могу с развитием сделать. Либо уклон, либо качнуть, зайти, тоже контратаку и сымитировать. Но во встречное движение, еще раз. Встречное движение. Уклон. Плечо, уклон, ладонь в лоб мне. На удар движение. Плечо должно пойти, второй локоть ловите. Поехали, пожалуйста. Помогайте друг другу. Время. Шаг, дальняя дистанция. Так, Паша, а где, с кем ты в паре, с кем был? С кем. Все, иди к нему, все, да, спасибо. Все, поехали. Спасибо, Алексей Иванович. Давай, еще давай, раз. Давай. Простите, сегодня.
Все договорились.